соседней жерлицей где-то спутался или хрен знает. Ух, нихера себе, это жесть! Приветствую вас, друзья! Все вы, я уверен, помните этот прекрасный, этот замечательный ставочек, такое себе уютное место. Здесь мы с парнями в прошлом году просто замечательно половили килограммовых карасей, по 900 грамм, килограмм были караси. И сегодня я вернулся сюда уже весной, дождался я весны, дождался того времени, когда еще здесь стоит лед. И сегодня можно также пытаться ловить огромных карасей. Но сегодня будет рыбалка с изюминкой. Оставайтесь на линии. Друзья, ищем самую глубокую точку этого водоема. На фоне полутора метров по всему водоему здесь есть 230-250. Посмотрим, что нам скажет дипер. Блин, батарея почти разряжена, 1%. 2 метра. Нет, есть здесь глубже. Друзья, 3,1 метра. Это уже больше похоже на правду. Бьем лунки. Да, друзья, именно так. Сегодня мы попытаемся поймать крупного карася на жерлице. Нам надо отсечь мелочь. Первый пункт я выполнил, это никаких сыпух, кормились меласой и бустером. А второй пункт, это, конечно же, крупная наживка. Выставляем первую жерлицу. Помимо карася здесь есть еще и карпик. Прошлой весной, когда мы здесь рыбачили с товарищами, у знакомого попадался белый амур. Вот так вот, как раз на дне получается у нас крючок. Отлично. Попадался белый амур небольшой такой, ну в пределах может килограмма. Поэтому помимо карася здесь есть кому хапнуть эту кукурузку. Таким же макаром выставляем и все остальные жерлицы. Жерлицы заряжены, лунки закормлены. Друзья, сейчас мы бабахнем еще одну лунку, дабы скоротать время и попробовать поймать карася именно на игру. Ведь в прошлом году в основном карась клевал на удочку с игрой, на мормышку, а стоячие удочки работали значительно хуже. Лунку пробил таким образом, чтобы все жерлицы были в поле зрения. Есть! Стоит на месте, друзья. Ого, попуска. Есть! Есть, 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 есть! Ух ты, ё-моё! Ой-ой-ой! Тихо, 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 тихо. Иди сюда. Фу, ребятки, первый пошел. Красавец. Ай, красава, иди сюда.
отлично. Кукурузку сбил. Смотрите, какой красавец карась. Ребят, ну килограммовый карась, ё-моё. Ты шо? Ну, в прошлом году мы немножко даже, наверное, поменьше их ловили. Таких здоровых не было. Красавчик. Фух. Так, что, давайте, может, его взвесим, а? Так, как там ракурс, видно, не видно? Блин, удочка молчит. Вот это я просидел, наверное, ну, полчаса, может, минут 40 я просидел, прошло времени. Смотрите, какой красавец, это капец. Фух. Так, а ну давайте крупным планом. Ребят, ну что, смотрите, какой красавец. Первый пошел, ё-моё. Да, вообще чётенький карасик. Здесь хорошо, считай, 3 метра, нахрапом его взял. У меня там стоит флюр 0,25 и основная леска 0,37, по-моему, даже. Можно нахрапом брать вообще без каких-либо проблем. Охренеть, вот это монстры. Так, а ну давай мы тебя сейчас завесим. Ну вообще, Василяка, просто капец. Сейчас мы тебя завесим, сколько ты возьмешь. Оба-на. 1,30 кг, друзья. 1,30 кг вот такой вот кабаневич. Ну это просто жир. Да, удочка молчит, мормышка молчит. У меня опарыш, мотыля я вчера так и не купил. А, смотрите, кукуруза с опарышем сработала. Ну вообще жестяк. Есть, друзья, начало. Фу, надеюсь, будет такое же и продолжение. Сердечко бьется, надо немножко успокоиться, хряпнуть чайка, перенаживиться и садиться опять на удочку, коротать время. Надеюсь, и на удочку что-то влетит. Ну, блин, на жерлицу все равно. Я знал, что они будут клевать на жерлицу. Потому что тут к бабке не ходи. Карася здесь много, весна уже, он и должен клевать. Сюда надо будет еще на ночь съездить. Друзья, кто хочет, чтобы я сюда на ночь съездил, пишите в комментариях. Так, жерлицу перенаживили. Все четенько, все заряжено. Ждем дальше карасика. Есть, друзья. Карасик. О, хорош, пошел. Тут уже лесочка 0,1, ребятки. Тут уже надо нам попускать. Ой, пошел. Тихо. Так, гайку на всякий случай попустить. Вот он. Иди сюда. О, чуть-чуть на меня погнал. Ай, красавец. Вот это водит. Блин, друзья, вот это адреналинчик. Так, выходь. Не хочет выходить. Что ж там за сволочь такая? О, уже где-то пузыри пускает под лункой. Так, а как он? Хвост увидел. О, ребят, вы это видели? Это просто. Ты шо, карась? Собак. Не, блин, показалось, сошел. Ух ты, красавчик. А ну иди сюда. Тихо. Блин, за плавник за верхний зацепился. Это капец. Сейчас может леску просто перерезать плавником, да и все. Не, вроде отцепился. Глянь, он в лунку нафиг не влезет. Все, вымотался. Тихо. Есть! Фу. Друзья, побороли. Капец, смотри. Смотри. Килограммов, ну не меньше, ребят. Ну не меньше, чем предыдущий. Гля, какой красавец. Вообще, вы видели, как я его отцепил? Капец, мормышка практически не держалась. Есть. Фу, вот это лапки. Ты шо? Блин, друзья, я думаю, не меньше, чем предыдущий. Ну килограмм, ё-моё. Так, не отходя от кассы. Сейчас, блин, удочку бы не порвать, где-то за ногу запуталась. Не отходя от кассы, ребятки. Просто чисто интересно, сколько такие лапти весят. Смотри, это просто жесть, какой здоровый. 1,20 кг. Вы видите, они здесь как на подбор. Килограммовые караси. Это жестяк. Это просто жесть. Ребят, ну посмотрите на эту красоту. Это просто капец. Глянь, один в один.
Ну правильно, они были по 700 грамм в прошлом году, 700-800 грамм. В этом году уже килограмм стабильный, законный. Вот моя нога, смотрите, от караси. Ну что, друзья, получилось все-таки у меня и на удочку кайфануть от вываживания такого крупного килошного карася. Это было очень круто, потягал он меня немного. Не знаю, как вы, а я следующую рыбалку, наверное, буду пилить здесь, на этом водоеме, только с ночевкой. Я думаю, будет очень интересно. Если вы со мной, подписывайтесь, кто там еще не подписан. Ребятки, и в принципе, можно и лайк уже поставить за такую рыбалку, за таких килошных монстров. Я, наверное, и сам себе лайк под видео поставлю. Мотает. Вот это живчик попал. Гля, что творит. Есть, ребятки, есть. Есть. Фу-ху-ху. Ой, красавчик. Аж кукуруза, гляньте, выскочила на флюрик. Вот и он, дядя. Вот это выстрел был. Блин, я чуть не заснул. Ребят, наверное, минут 40 сидел вообще без поклевок. На удочку гляк, молчит. А жерлицы тоже стоят. Думаю, ну все. Так, крупный план. Опа-на, ребятки, а как вам такой дяденька? Посмотрите. Вообще красавец. Блин, ну в размер один и тот же карась. Точно такой же. Я этого взвешивать не буду. Но здесь килограмм, к бабке не ходи. Красивый, спору нет. Ну, в сравнении с этими, может быть, даже где-то немножко меньше. Ну, может, ровно кило. Красавцы. Ой, подъемчик. Есть. Есть, ребятки. Ой, подъемчик. Есть. Есть, ребятки. Ух ты, красавчик. Есть. Тихо, не стартуй. А ну, давай, подходь. Первый подъем, блин, ну вообще красивый был, но не попал я. Видимо, он плохо всосал. Такое слышно было, как прям с губ выдрал. Сорта. А второй подъемчик прям, ну, красиво при вас это случилось. Ой, тихо. Давай. Уже где-то недалеко под лункой ходит. Ой, стартанул, офигеть. Трошки попустил. Ну, конечно, да, леска 0.1, это тебе не жерличная там. 0.37 плюс там флюрик 0.25, по-моему, у меня стоит. Здесь надо довольно-таки аккуратно. Он прям на первых порах стартует вообще с нереальной скоростью. Поэтому хорошо, что здесь вот плюс-минус 3 метра, что удается амортизировать как-то лески. Вот даже сейчас вот в руках немножко репит леска. О, уже под лункой. Так. Давай. Глянь, разошелся. Вообще такие круги написывают. Ух ты, ё-моё, глянь, то туда, то сюда. Слышь, ты там вообще хороший кто-то. Я не могу его нифига под лунку завести. Гля, попускаю. Глянь, забрал сколько, собака. Почти до удочки выбрал. Глянь, опять пошел, забирает. Гля. До удочки уже дошел. Можно его удочкой морить. Поддался немножко. Давай. Опа. Видели, ребят, в лунке, я не знаю, как вам там на камеру видно или нет.
показал горб свой. Да, реально хороший карась. Вот он. Пузырьки идут. Так, так, так. Блин, глянь, не дается. Нифига сразу не дает. Есть. Фух. Фух, ребятки, есть. Есть красавчик. Очередной лапоть. Ай, красавец. Ну не знаю, будем взвешивать, нет. Ну тоже плюс-минус килограммчик. А ну давай к своим братухам. Блин, чуть на удочку не наступил. У меня кивок карбоновый. В принципе, проклевываются карася, как можете наблюдать. Но 50 на 50. Видите, 50% удочка, 2 карася на удочку и 2 карася на жерлице. Но жерлиц же больше. Их-то 5 штук стоит, а удочка у меня одна. Поэтому можно сделать вывод 100%, что игра рулит, и игра дает свои результаты, приносит свои плоды. Я как бы, у меня игра на карася такая. Поднимаю примерно сантиметр одна наживку и тихонечко, потихоньку, потихоньку. И такие классные подъемчики случаются. Карась просто всасывает наживку, соответственно, мормышка идет вверх. Кивочек чувствительный у меня карбоновый, в моем случае, поднимается вверх. Хук, иди сюда, и начинается качать. Да, красота, круто, друзья, круто. Работочка, и кто-то чудно мотает. Сработочка, и кто-то чудно мотает. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, да тут вообще капец лапать. Те так хорошо давались, а этот просто жесть. Ого, нормально вымотал. Ну да, стартанул-то. Ух ты, ё-моё. Гля под лункой, как стартует. Такой хоть бы флюрик 0.25 не порвался. Это капец. Может, карпуша? Ой, бля. Ух ты. Ой, вот это... Гля, какой карась. Это жестяк просто. Друзья, карась, ну там просто монстр. А ну, подходь. Ой-ой-ой, стартанул. Фу, шестяк. Так, тихо. Лишь бы не слить. Это стопудово самый крупный за сегодня. Так, тихо, тихо. Да, блин, глянь, я уже его почти в лунку завел. Собака стартует. Давай. Не хочет. Так, тихо, тихо, тихо. Офигеть, у него рывки жестяк просто. Боюсь, что 0.25 флюрик оторвет. Все, есть. Что это за леска? Такое ощущение, что он с соседней жерлицей где-то спутался. Или хрен знает. Ох, нихера себе! Это жесть! Это жестяк, друзья. У меня просто нету слов. Посмотрите просто на этого монстра. Ну, я думаю, здесь, блин, до полторахи. К бабке не ходи. Жесть. Фу. Друзья, честно говоря, ну, меня сейчас просто эмоции зашкаливают. Я не знаю, что вам говорить, вы сами все видите. Сами видите. О, этот так глотнул получше. Сами видите, какие караси клюют. Это просто жесть. Ай. Красавец. Тихо, тихо, тихо. Еще в лунку упадет. Так, а ну-ка. Сейчас, друзья, крупный план немножко настрою. Как вам вот такой вот монстр-карась? Ну, это просто жесть. Сейчас мы его по-любому взвесим. Мне кажется, в этом карасе, ну, кило, блин, 200, может, кило 300. Но он вообще зачетный. Он самый крупный за сегодня, друзья. Так, а ну для начала сравним его с обычными нашими сегодняшними карасями. Ну, вот так вот. Да, ну, он крупнее. Тут, ну, грамм на 200 больше 100%. Вообще жесть.
Так, а ну, иди сюда. Полежи пока здесь. Где там кантор? Килограммы. Все по нолям. Ну, мне просто интересно, друзья. Так. Ребят, почти 300 кг. 280 кг. Ну, это просто жесть. Конечно, да, полторахи нема. Я погорячился. Знаете, оно... У рыбака глаза такие, что всегда у него, кажется, трофей чуть больше, чем на самом деле. Но... Тем не менее, это трофейный карась. Я таких карасей, наверное, еще в жизни не ловил. Это, наверное, первый карась в моей жизни, что такой именно повес... Не, ловил, ловил. Я ловил, но летом на джиг, получается, я ловил 1,5-килограммового карася. Но этого глянь, он аж черный, блин. Такое ощущение, ребятки, что он сыло недавно только вырылся, был зарытый. Представьте, какой он вкусный. Особенно ребра с такого карася, жирные, просто жесть. Красавец. Да, лидер за сегодня. Однозначный лидер этого года пока месть по карасю. Возможно, в дальнейшем будет что-то круче. Друзья, по-любому надо сюда с ночевкой. По-любому. Полчаса без поклевок. Я думаю, сегодня все-таки надо чуть пораньше выехать. Мне кажется, и так отловились на все 100%. Просто я помню одну из предыдущих рыбалок в этих местах. Когда я по темному уже добирался домой, дорога... Друзья, дорога просто жесть. Но те, кто в Украине живет, знают, направление любое возьми за город, и это просто капец. Не хотелось бы просто сейчас стоять где-то запаску менять на трассе. Друзья, давайте посмотрим улов. Сходил в машину, взял пакетик. Здесь я делал превьюшку красивую для видео. Гля, какие красавцы. Это просто капец. Это просто жесть, какие карасики. Смотри. Один лучше другого. Ну, радуется просто глаз. Так, ребятки, давайте их сейчас сложим в пакетик. И взвесим общий улов. Ну, довольно-таки не кисло, я вам скажу. 5 карасей. Да, жаль, конечно, на коня не удалось поймать, но, ничего. В принципе, у нас на коня был один из карасей. Опачки! Ребятки, как вам такая тема? Смотрите, 5,08. 5 килограмм, 80 грамм. Как вам там, видно, не видно? 5 карасей. 5 карасей больше, чем 5 килограмм. Ну, это просто жестяк какой-то. Заказывайте рыбалки, какие вы хотели видеть на моем канале, какие вам интересны. Но, честно говоря, я бы такой, чтобы открылся по спиннингу. Не знаю, как погода, я же говорю, там ветра капец. Но если будет такое, что распогодится, более или менее меньше ветер, я, конечно, такой, чтобы открылся по судаку. Подписывайся, чтобы не пропускать новые видосы. Конечно же, не забываем ставить лайки. Друзья, всем пока!